Спасибо. Работаю, а сегодня выходной. Ну, поэтому решили приехать посмотреть на открытие. Не знаю, это так весело, атмосфера хорошая. Рядом живем, и теперь у нас и продукты, и вообще все буквально здесь на месте рядом. Это за шариками и встретиться с друзьями. Ну, я посмотреть на все. Себя показать, людей посмотреть, какие товары. Интересно посмотреть. Кирилл Шимко, наш известный богатырь, подарит сразу три разнообразных, уверен, близких к рекордным шоу. Ну и моя роль спортивного комментатора – эти шоу комментировать, веселить, заводить публику, рассказывать о Кирилле, о силовом экстриме. Итак, до того, как Кирилл Шимко справится с этим сложным заданием, у нас нашелся пока один желающий. Я попробую. Не знаю, никогда не пробовал, но может получится. А, еще желающий. Отлично. Ни разу не пробовал. Попробовать. Хочу свои силы вообще первый раз в жизни проверить. Итак, друзья, первый смельчак. Кто? Это вы, да? Извините, вас зовут? Сергей Харман. Ну, я готов. Сергей готов. Два. Оп! Опа, вперед! Аплодируем. Цепляй второй. Сергей, аплодируем. Сергей, здорово! Ой, красавец! Что, нам на тормоз нажал? Давай. Ой-ой, Филипп, два автобуса! Здорово! Друзья, аплодисменты! Аплодисменты! Уникальное достижение Кирилла Шимко! 20 тонн и еще несколько сотен килограммов! Общая масса 7 микроавтобусов! Ой, красавец! Аплодируем, улюлюкаем, свистим! Ой, белорусы, что творят белорусы? Кирилл, здорово! Браво, браво! Кирилл Шимко! Кирилл Шимко! Кирилл Шимко! Безусловно, пределы есть, но кто их знает, где они? Вы не знаете? Я думаю, никто не знает. Сити. Совсем недавно, в 2009 году, началось строительство этого уникального комплекса. И сейчас, друзья, ну поверьте, видел в разных странах.